Но если вы поймаете петуха и от его клюва проведете прямую линию, то он упадет в гипноз и не сможет двигаться. Не советуем проверять тем, у кого слабонервная бабушка, а то упасть может уже она. Ну что, наша цель вот там. Куда? Чикер! Ну что, теперь он попал в ловушку, он в наших руках. Опа! Есть, родной! Попался! Родненький! Итак, я ставлю петуха на пол, приземляю его клюв к земле. Смотрите, он замер, реально. Работает, офигеть!